Солнечная карусель закружила своих посетителей в солнечный мартовский день. В микрорайоне Московский открыт второй корпус детского сада номер 1. Теперь учреждение сможет вместить на 120 ребят больше. Второй корпус рассчитан на 6 групп. У нас есть физкультурный зал, музыкальный зал, есть помещение для дополнительного образования, которое мы намерены использовать для организации развивающих занятий для тех детишек, которые сейчас в силу возраста не могут попасть пока в детский сад. Этот садик был введен в эксплуатацию еще в прошлом году, но из-за ошибки проектировщика, а именно было зафиксировано превышение допустимого уровня шума, заселение ребят пришлось отложить. Ошибку исправили, а вот того, кто ее допустил, теперь ждет суд. Впрочем, для малышей это не имеет никакого значения. В этот день воспитанники принимают подарки и веселятся в бумажном салюте. У нас в планах, я о чем говорил с родителями, это 36-я школа, ее расширение. Мы планируем принять участие в федеральной программе на следующий год. В этом году мы делаем проект на также еще корпус 36-й школы. Воспитатели в солнечную карусель набраны. В понедельник они встретят своих первых подопечных, ребят до 3 лет. А в конце апреля в сад будут набраны еще 2 группы. Это маленькие жители московского микрорайона, которым в силу нехватки мест пришлось посещать дошкольные учреждения в других частях города. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.